Модель X7 в базовом оснащении имеет пневматическую подвеску и третий ряд кресел. Второй и третий ряд кресел имеют функцию электрического складывания, которое облегчает вам жизнь. Принцип работы такой. В багажнике автомобиля с левой стороны расположен блок кнопок. Дальние кнопки управляют вторым рядом, а средние кнопки управляют третьим рядом сидений. Верхний ряд кнопок отвечает за кресло слева, а нижний ряд кнопок отвечает за кресло, расположенное справа. Чтобы сложить спинки кресел, достаточно нажать на кнопку один раз. А чтобы вернуть спинки кресел в вертикальное положение, необходимо ту же кнопку поднять вверх. Третий ряд кнопок отвечает за складывание и раскладывание всех кресел. Нижняя кнопка складывает все кресла для получения максимального объема до внушительных 2120 литров. А верхняя кнопка возвращает все кресла в исходное положение. Для удобной погрузки предусмотрена функция опускания автомобиля до минимального уровня. Управлять складыванием кресел можно и со второго ряда. Кнопки расположены на задних колесных арках. Но на этих кнопках обратный принцип работы. Чтобы сложить кресло, нужно потянуть вверх, а для того, чтобы вернуть в исходное положение, нужно нажать на кнопку.